А где у вас обычно сидит учитель? Там, где стоит. А где стол учителя? А у нас учителя не сидят. Они серьезно? Там стоят? Так я на концерте. Учительский стол вот там. Значит так, ребята, во-первых, доброе утро. У вас это какой урок? Третий. А до этого что было? Много всего. Чего? Много всего. За скольки? То есть минут, два часа всего лишь. Ну, у вас сколько сегодня проснулись? Семь. Вы в шесть. Почему я спрашиваю? Потому что я в шесть. У меня уже сегодня был теннис. У меня уже много чего случилось, а у вас всего два урока. Какие? У нас был английский.